Армения станет вместо президентской парламентской республикой. Изменение формы правления и внесение поправок в Конституцию на воскресном референдуме поддержали более 63% проголосовавших избирателей. Явка, по данным местного центра избиркома, превысила 50%. Теперь президента страны будут выбирать депутаты и представители местного самоуправления. Его полномочия при этом значительно сократятся. Высшим органом исполнительной власти станет правительство, а подчинение которому перейдут и вооруженные силы. Кандидатуру премьера будет выдвигать на пост парламентское большинство.